Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я продолжу говорить о проекте FiCoin и поговорим о деталях токен-сейла этого проекта. В целом, кто не знаком, не видел предыдущее видео, советую обратить внимание на токен, на платформу Fi, fi.io. Хорошая экосистема, большая проработанная платформа, которая предоставляет новые возможности для рынка электронной коммерции, а также для оплаты, для предоставляет платежное средство, свою криптовалюту, которая имеет ряд преимуществ относительно существующих на сегодняшний день. FiCoin – это криптовалюта для всех пользователей и всех целей. Токен сейл, так, по деталям токен сейла. Всего будет выпущено 5 миллиардов монет. Общее количество монет, доступное для продажи, 420 миллионов. Софткап проекта составляет 15 миллионов долларов. Хардкап проекта составляет 40 миллионов долларов. Цена одного токена FiCoin составляет 12 центов доллара США. Частная продажа началась 7 сентября, осталось 7 дней. Есть время для того, чтобы принять участие на максимально выгодных условиях. Вы можете получить бонус до 35% токенов. Частная продажа с 1 по 30 сентября, бонус 35%. Потом следующим этапом это будет пресейл с 1 по 10 октября 2018 года. Текущий бонус на пресейле будет составлять 25%. При ICO второй этап с 11 по 20 октября. Бонус на этот период будет составлять 20%. И основной этап токен сейла с ноября по декабрь скидка предоставляться не будет. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл проекта FiCoin. На мой взгляд, проект выглядит очень перспективным. Для того, чтобы лучше познакомиться с проектом, пожалуйста, смотрите веб-сайт, изучайте информацию, также белую книгу. Ссылки на эти ресурсы будут под видео. Проект, безусловно, интересен с точки зрения инвестирования. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь и присоединяйтесь к нему. Ссылки также на коммуникационные ресурсы будут. Общайтесь с разработчиками, с командой поддержки. Все ваши вопросы не останутся без ответов. Суппорт отлично работает и очень грамотно дает грамотные ответы. Также в следующем видео мы познакомимся с экосистемой платформы. И здесь уже посмотрим, чем ее плюсы, кроме преимуществ монет, да, как она, чем еще она собирается привлекать клиентов. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к токен сейлу. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.